Флаг Гагаузии поднимается на зданиях Народного собрания, Исполнительного комитета, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, органов местной публичной власти, а также на зданиях, где проводится голосование в дни проведения выборов и референдумов. Закон о флаге Гагаузии также содержит правила и список учреждений, которым дозволено вывешивать официальный символ автономии. Определено, что ответственными за смену флагов, замену флагов и соблюдение вот этих правил положения закона несут персонально руководители публичных учреждений, других организаций, предприятий, которым дозволено или которые правомочны вывешивать флаги. Флаг может вывесить и любой гражданин. При этом, по словам Георгия Ильича, соблюдение положений закона оставляет желать лучшего. Одна из проблем как раз-таки заключается в том, что законодатель в тот период времени не предусмотрел возможность периодичности замены флага, если он не соответствует по своей цветовой гамме, другим каким-то характеристикам, предъявляемым требованиям. И здесь у нас нередки случаи, когда на официальных зданиях вывешиваются флаги, уже давно обветшалые, что категорически недозволено. Как отметили в Народном собрании, руководство учреждения само решает, в какое время следует заменять флаг. Делается это за счет собственного бюджета. Закон о флаге Гагаузии был принят Народным собранием 31 октября 1995 года. Официальный символ автономии представляет собой прямоугольное полотно, состоящее из трех цветных полос, расположенных горизонтально в следующей последовательности сверху вниз. Синяя, лазурная, 60% ширины флага, белая и красная, равные по ширине полосы по 20%. Мария Статова, Владислав Топачук, Алексей Герчун, Новости ГРТ.